Друзья, рад приветствовать вас на канале Технофорум. Сегодня мы продолжаем испытывать наш снегокат. На улице отличная погода, минус 7 градусов, извините, солнышко, поэтому мы будем испытывать и проверять его возможности. Сегодня мы максимально загрузили его весом 172 килограмм, это вся наша семья. На нем покаталась даже дочка, 12 лет, но для нее эта техника все-таки тяжеловата, я считаю. Я считаю, что эта техника, ну, не раньше, чем с 16 лет, но тем не менее, по каким-то таким легким участкам она смогла проехать. Снегокат тянет отлично, все-таки в эти 8,5 лошадиных сил добавили то, что не хватало на предыдущей технике, и сейчас она спокойно утягивает ватрушку с двумя людьми. И, ну, понятно, что 172 килограмма, плюс еще, понятно, вес самого снегоката. Техника тянет просто отлично. Сейчас глубина снега небольшая. При глубоком снеге сопротивление будет больше. Мы обязательно протестируем уже по нормальному снегу, но сейчас пока у нас такого нету. Видите, что сейчас идет она на максимальной скорости, практически на максимальной. То есть я немножко сдерживаюсь, чтобы не закидать снегом в лицо, хотя это не сильно получается. Все равно от снегоката идет снежная взвесь и попадает на лица пассажиров. Вчера получилось испытать фару. Фара на этом снегокате, конечно, светит очень далеко. Здесь установлена фара с, как бы, фара дальнего света. Я чуть позже сделаю ролик именно по фаре сравнения. Так что подписывайтесь на этот канал, ставьте значок колокольчика, чтобы не пропустить выход следующего ролика. Ссылка на этот снегокат будет в описании. Заходите. Вот сейчас будет момент подъема на небольшую горку. Гора здесь, ну, на камере кажется, что камера всегда уменьшает вот такие какие-то крутые подъемы. Горка, ну, небольшая, именно по, ну, как бы, крутость у нее такая и есть. Техника зашла без напряжений. Сейчас видите, как заносит снегокат. То есть при повороте ватрушку, вогруженную ватрушку, унесло влево, и она, соответственно, потянула за собой снегокат. И тут нужно иметь некую сноровку, да, некую приспосабливаться для того, чтобы сохранить прямолинейное движение. Ну, на самом деле, все это возможно. И это не бывает по, ну, как бы, когда есть снег, только вот по такой наледи. Буквально через минуту начнется затяжной подъем, он тоже на камере кажется не сильно крутой, просто я скажу, что в свое время на переднем приводе я в метель здесь не смог подняться. Пришлось объезжать с другой стороны, то есть именно когда гололед, когда какие-то метели, автомобили, ну вот особенно переднеприводные, здесь, ну, не поднимаются. В конце сейчас еще, как бы, подъем только начинается. Но потом он станет покруче, и вот люди обычно буксуют там в конце. Техника вытягивает без проблем, то есть я вообще не почувствовал, что она напрягается. Все-таки вот 8,5 сил, это здорово. Люди очень интересно реагируют на этот снегокат, когда проезжаешь мимо людей, они, как бы, останавливаются, смотрят, автомобилисты открывают окна, там порой даже спрашивают, что за техника. То есть эту технику, ну, как бы, не, ну, только набирает сейчас она интерес в России, поэтому ее еще мало. Если, скажем, буксировщикам уже никого не удивишь, то эта техника, конечно, вызывает удивление и восторг зрителей. Видите, как сейчас заносит снегокат из-за тяжелой ватрушки.
У ватрушки больше сопротивления, чем у саней стандартных от мотобуксировщика, потому что она шире, она проминает больше снег, чем ватрушка. Ой, извините, чем сани. Вот сейчас этот подъем, и скоро начнется уже. Да, вот тут уже такой достаточно крутой подъем. Beep.